В ходе второго тура президентских выборов на одном из избирательных участков в Знаурском районе к часу дня из 371 избирателя проголосовало 130, что составляет 34% населения. Председатель избирательной комиссии Олег Алборов отметил, что каждый человек считает своим долгом прийти и проголосовать. Люди приходят в прекрасном приподнятом настроении. Несмотря на непогоду, процесс голосования активно идет и на 44-м избирательном участке. К 2 часам здесь большая часть избирателей уже проголосовала. Из 697 избирателей проголосовало 420, то есть около 63% населения. На участках царила по-настоящему теплая праздничная атмосфера, ведь это важное политическое событие. Люди голосовали за спокойную, стабильную жизнь, за развивающуюся страну. Население активно проявляло свою гражданскую позицию, образовались очереди. Избиратели отметили важность сегодняшней даты, ведь мы для того пришли на выборы, чтобы выбрать достойного человека. Мы голосуем за светлое будущее Осетии. Всего по Знаурскому району были открыты 9 избирательных участков. Алена Утаева, Заур Устаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.